Всем огромный привет! Давно я сняла это видео, еще даже весной, но никак не могла вам его показать. Поэтому сегодня я вам покажу те книги, которые я делала для своих племянников в подарок. Фетр я использовала совершенно любовь. За основу обычно я беру фетр толщиной 2 мм, но остальные детали, которые я пришиваю сверху, использую 1 мм. И неважно, корейский, польский, китайский, любой. Вот все, что есть дома, даже ткани, веревочки, шнурочки. Я думаю, книга при разнообразии материала выглядит еще интересней. Свои книги я делаю размером 20 на 20 сантиметров. Мне кажется, это очень такой удобный размер для ребенка. Ну и использовать страниц внутри можно столько, сколько хотите. У меня же 4 листа. Интересуюсь у мам, я узнала, что детям больше нравится, и постаралась в эти книжки именно добавить те детальки, те странички, которые будут интересны именно этому малышу. Также раньше я вам показывала, как я сшиваю такие странички и делаю саму основу. Поэтому все ссылки я оставлю в описании к этому видео. Схем, конечно, я не делала на эти книги, так как половина идеи мои, половина не мои. Поэтому я вам показываю только саму идею книги, а вы уже сами выбираете то, что хотите. Я думаю, нарисовать домик на бумаге от руки не составит никакого труда. А те схемы, которые у меня есть, все ссылки точно также будут в описании. Первая книга с именем Эрик. Сверху я сделала черепашку, и внутри у меня такой разворотик, так сказать, деревенский домик. Я добавила туда самолетик, я добавила туда пару животных, которые одеваются на пальчики, можно играться. Также объемные елочки. В своей книжке можно добавлять совершенно любые детали. Здесь у меня есть даже металлическая птичка. Многие элементы я сразу пришиваю, ну а те, которые у меня снимаются, я к ним приклеиваю липучку. И получается, что они снимаются. Можно играться как просто, так же просто висят в книжке. Вторая страничка – это я увидела в интернете картинку и решила сделать подобную. Я не знаю автора, кто-то делал именно такую задумку. Это машинка с фигурками, а также ящик инструментов. Он мне безумно-безумно понравился, и я решила сделать похожую. Поэтому говорю сразу, идея инструментов не моя. Кстати, заходя в интернет и вбивая книги из фетра, нам выдают такое огромное количество идей, что мы можем воплотить любую. Единственное, что вы схем на все эти книги не найдете, поэтому приходится рисовать самому, что-то придумывать и выдумывать. Ну а также, как сделать из любой картинки, которая вам понравилась в интернете, именно фетровую заготовку, я вам покажу в одном из видео, как я беру картинку и разбираю ее по частям для того, чтобы потом ее сделать из фетра. Также у меня была страничка космоса, ракета на ленточке, ну и морская тематика. Мальчики любят ловить рыбку, я сделала удочку, внутри у меня палочка от шариков, ну а для того, чтобы рыбки цеплялись на удочку, я внутрь рыбки поместила большую скрепку, а на конце удочки добавила магнит, который я обклеила тоже фетром. Сделала пару рыбок, которые снимаются, также сделала катер, добавила снизу песок из бисера и всяких разнообразных бусин, металлический морской коник. Самое главное, когда вы пришиваете и делаете такую морскую страничку, добавляете туда какой-то бисер, бусинки, делайте фатин в несколько слоев для того, чтобы у вас нигде не порвалось, когда ребенок будет играть. Ну и в конце, самый простой разворот, я делала кармашек, чтобы можно было туда что-нибудь положить. И такая простая и интересная книжка у меня получилась. Вторая книжка с именем Максимус, я тоже ее делала аналогично первой, только немножко поменяла страницы, поменяла расположение, для того, чтобы они были не совсем одинаковые. Тоже сделала страничку с инструментами, сделала страничку морскую. Только на этот раз я решила кораблик сделать в виде пазла. Его можно разобрать и собрать. Все у меня держится на липучках, я думаю, это очень удобно.
И последний разворотик. Здесь я тоже сделала животных, птички и такую дорогу с машинкой. Машинку, которую можно проводить под ленточками, как будто бы машинка проезжает через туннели. И вот таких две маленьких книги для развития у меня получилось. Я думаю, каждый из вас может сделать такую книгу, если, конечно, захочет. Потому что если нет желания, то у нас никогда ничего не получится. Крепление у меня на веревочках. Не делала я кольца, сделала веревочки, привязала бусинки, чтобы веревочка, если развяжется, не вылазила оттуда. Также обращайте внимание на то, чтобы ваши книги были безопасные и в них не попадались те элементы, которые ребенок может где-то оторвать и проглотить. Пришивайте все очень-очень надежно. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока-пока!